Индивидуальному предпринимателю необходимо наличие одного компьютера, и он может использовать любой имеющийся у него в наличии, даже домашний компьютер. Ему потребуется электронно-цифровая подпись и потребуется некая учетная система, доработанная, любая, которую он может либо купить, либо может использовать свою, которая у него имеется в наличии. По самым средним подсчетам это занимает где-то порядка до 20 тысяч рублей, соответственно. То есть это в случае приобретения нового компьютера. В случае, если компьютер используется и имеющийся, и действующий, то это совершенно другие денежные средства, до 5 тысяч рублей это выходит.